Ну, 250, берите комиссию там. 150. Сегодня 29 ноября 2019 года. Как вы все видите, мы находимся возле здания банка, где только что я выплатил штраф в размере 10 тысяч рублей. Как я считаю, да, то есть этот штраф мне присудили незаконно и совершенно безосновательно. 11 июля текущего года в Москве, ну, в апелляционном суде города Москвы, проходило открытое судебное заседание над моими соотечественниками. И я не хотел оставаться в стороне и поехал поддержать своих земляков. И, собственно, возле здания суда был задержан правоохранительными органами. Доставлен в местное ОВД, где мне предъявили обвинение в участии несанкционированном митинге. Ну, якобы несанкционированный митинг. Я с этим не согласен. Меня обвинили незаконно. Это было нарушением моих гражданских прав. Но, тем не менее, суд решил иначе и оштрафовал меня. Штраф я выплатил с тех средств, которые собрал народ. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем тем людям, которые не остались равнодушными, которые не оставили меня наедине с моей проблемой, что в очередной раз доказывает, что наш народ един, что наш народ как большая дружная семья. А как принято в большой дружной семье, если у кого-то возникают какие-то проблемы либо трудности, семья собирается и помогает ему. Кенеда Солим, чох саулсун джемаат, четте халмаганын учун, Аллах сизден эйпиниздан разы болсун, сау болуңуз. Братья и сестры, и приветствую тех, кто не остался в стороне, поддержал хоть там 5 рублей, кто-то дал в сотни раз больше. Поблагодарить хотелось бы их, да, то, что не остались в стороне. Читав дуа за нас, да, чтобы мы в сроки оплатили этот штраф. Огромная благодарность им. Так же, как и Азиза, меня осудили несправедливо, только лишь потому, что я поехал поддержать братьев в Бахчисарае, которым незаконно дали по 17 лет и с насмешкой сократили их на 3 месяца. Сегодня, вот 29 ноября, ну, альхамдулилля, мы оплатили этот штраф с поддержкой джемаата, который нам помог в этом. Альхамдулилля, благодарен им. Сегодня мы оплачиваем штрафы, и начиная со вчерашнего дня в Крыму начинаются оплачиваться штрафы по московскому так называемому делу, когда около 100 соотечественников наших, несмотря на дальнюю дорогу, несмотря на средства, потраченные на этом пути, оставили все свои дела и поехали, чтобы поддержать наших соотечественников, которых незаконно обвинили и огульно им влепили сроки до 17,5 лет. Лишь только за то, что они крымские татары и мусульмане. Сегодня хотел бы акцентировать внимание на то, что штрафы были оплачены благодаря нашему крымско-татарскому народу и всем тем, кто не остался в стороне и не был безразличен к проблемам нашего народа. Эти деньги – это благодаря нашему крымскому марафону, который прошел на территории Крыма и за его пределами тоже охватил. В очередной раз это подчеркивает, что такого рода действия со стороны правоохранительных органов, когда они пытаются запугать наш народ, наказать их штрафами, не имеет никакого значения и никак не повлияет на нашу волю и на наши действия.
одно хочу сказать, что этот марафон и эти штрафы показали нам одно, да, что единство намного дороже штрафов. Нас не остановить и нас не запугать. Саломус.